Ну, безобидная магия или не магия, может быть, это хиромантия. Но мне тоже понравилась эта вещь. На левой руке вы рисуете треугольничек. Дело в том, что такой треугольничек у нас у всех есть. Его надо найти. У кого-то он явно просматривается, у кого-то менее просматривается. Можете просто нарисовать треугольник, если он не просматривается. Ну вот я вам и в центре поставить плюсики. Поэтому на левой руке. Вот смотрите, у меня явно просматривается. Вот я прорисовал. Дело в том, что этот треугольничек у меня есть. А вы можете нарисовать вот такой треугольничек красным цветом и приплюсовывать, то есть внутри поставить плюс. И сказать, деньги приумножаются, деньги приходят, и это есть возможность заработать побольше денег или выиграть какую-то сумму, если вы играете в какие-то, будем говорить так, игры или лотерейки покупаете, все остальное. Но это тоже достаточно интересная вещь.